Всем доброе утро. Сегодня уже следующий день. Сегодня воскресенье. Вчера в это время народ был, конечно же, поменьше. Ну и неудивительно, поскольку воскресенье, да, сами понимаете. Вот. Мы встали, позавтракали. Дети вот играют, сидят. Видите, здесь палаток очень много, но такого ощущения, что куча людей и кто-то кому-то мешает, такого нет. Все очень тихо и спокойно. Мы сегодня планируем здесь пробыть до после обеда. Как будут дальше события развиваться, следите все, кому интересно. Сейчас я к морю, наверное, схожу. Ветрено сегодня. Мы хотим в море заплыв сделать чуть-чуть попозже, чтобы воздух немного прогрелся или, может быть, чтобы ветер стих. Искупался уже? Да. Аслан у нас как Нусред, знаете, да? Турецкого мясника. Ой, как холодно, слушай. Да ты что? Не можешь? Помогите ему. О, молодец. Я ноги чувствую. Иди сходи помойся. В море зайди, сынок. Ну, конечно, ты их отсидел. Мельницы видите на горе? Видим. Güzel mi burası? Çok güzel. O en üstlere çıkacaksınız. Orası çok güzel zaten. Oraya gideceğiz mi? Orası İnşallah çok... oraya gideriz çünkü orası çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Друзья, мы едем с нашего кампинга на обратном пути. Заехали в саму Фоча. Хотя я здесь не ориентируюсь, но Заретова так сказала. Туда наверх мы сейчас подниматься не будем. Мы идем в том направлении. Что там есть, я не знаю. Посмотрим. Все, кому интересно, идемте с нами. Здесь занавески старинные, ручная работа. Киса. Какая милая. Красиво. Давай. Набережная. Смотрите, куда мы вышли. Мы вышли к морю. Вау, как классно тут.
из тихих-тихих улочек попадаем вот на такое столпотворение. Как классно! Как я люблю такую атмосферу! А вам нравится, друзья? Вообще! Смотрите, здесь купаются люди. Здесь вот такая мощёный пирс. И купаются. Сколько рыб. Маленькие. А здесь, смотрите, все. Рестораны, рестораны, рестораны. С обеих сторон. Ау! Ты фотографируешь? Видео снимаю. Смотрите, сети рыбацкие. У меня второй день уже какие-то открытия чудные. Сейчас переходим на другую сторону залива. Где-то здесь мы должны будем ужинать. Если я все правильно поняла. Ой, здесь так рыбы пахнет. Ага, давай залезем. Ага. По той стороне мы гуляли, сейчас на эту сторону залива перебрались. Здесь вот на камушке крабик сидит. Хорошо, иду. Закир все за меня переживает. Так, он, видите, большой. Лапы растопырил. Вот он. Это вот самое близкое, докуда я смогла пробраться, чтобы вам снять этих крабиков. Мне самой интересно, а они боятся и убегают. Видите? Я тут на камушке стою, все, уже ближе не получится. Смотрите, какая усадьба. Пираты Эгейского моря. Аслан, а ты где? Аслан, идем. Друзья, солнце садится, еще один день подходит к концу. Я пока с вами не прощаюсь, продолжаю снимать этот вечер. Для нас еще не закончился. Закир мне сейчас говорит: это не Измир,
это как Муданье из мира, но здесь намного лучше, чем в Муданье. Ой, как раскачивается яхта, смотрите, как раскачивается. Только что начали. Вау! Заред бак, саланыйор. Мы попали в какие-то чарши. Мы ищем место, где можно поужинать. Солнце уже село. Видите, начинают огоньки зажигаться. Посмотрим, как мой телефон справится с вечерней съемкой. Если, конечно, фонари будут гореть, я вам потом на обратном пути и набережную попробую снять. Но если будет очень темно, то не буду, конечно. Эта улица на самом деле очень длинная. Она вот еще разветвляется. Здесь магазины, рестораны. Огоньки еще не зажгли, вот эти гирлянды. Получается, знаете, друзья, мы сделали вот такой вот большой-большой круг. Вот отсюда вышли из этих чарши и снова попали вот на эту набережную. Жалко, что не включили еще вот эти огоньки. Было бы красиво. И сейчас обратно вдоль набережной пойдем в сторону, где машину припарковали. Видите, какие полосы на небе, друзья. Я увидела, вообще обалдела. Я первый раз такое вижу. Видно вам? Смотрите, как прикольно. Это солнце так садится. Смотрите, как красиво. Здесь улицы такие сквозные. Мы сюда зашли, вроде бы здесь будем рыбу есть. А зашли мы вот оттуда. А отсюда тоже есть выход. Да, улица. Интересно так. Сквозные улицы. Смотрите, какая улица. Фиолетовая. Приятного аппетита. Вкусно у вас? Лезетлими? Тады гюзальми? Афетолсун. Мы поели рыбу, друзья. Обалденная рыба. Вкусная рыба была. Я, правда, забыла сфотографировать, снять. И вышли мы, идем. Все, до машины никак дойти не можем. Увидели очередь за мороженым. Если есть очередь, значит мороженое вкусное. И мы решили встать в эту очередь за мороженым, потому что дети просили мороженое. Мороженое, мороженое, мороженое. В общем, стоим за мороженым.